Hello there, this is Max and welcome to Slow Russian Story lesson. What are these lessons about? They are based on TPRS technique, which is extremely helpful if you want to go deeply in language and learn faster without thinking a lot. I will tell you one simple story and then ask you some questions. Firstly, you gotta listen to this story a few times until you can understand it clearly, and then try to answer my questions. The point is to give an answer even if it's only yes or no. It's very important to be involved in the process. Try it. Good luck! Это Сэм. Он приехал в Россию из Америки 1 неделю назад. Сейчас он живет в Москве. Он говорит по-русски очень плохо, но он очень хочет выучить русский язык. К сожалению, курсы русского языка в Москве очень дорогие. У Сэма сейчас нет денег. Все свои деньги он потратил на борщ и водку в русских барах. Но Сэм очень сильно хочет выучить русский язык. Он решает найти работу, чтобы заработать деньги на курсы. Сэм умеет очень хорошо петь и играть на гитаре. И он идет в свой любимый русский бар, чтобы быть там певцом. Владелец бара соглашается взять его на работу. Сэм счастлив. Теперь он может пить водку каждый день и получать деньги. Это Сэм. Он приехал в Россию из Америки 1 неделю назад. Кто это? Это Сэм. Откуда приехал Сэм? Из Америки. Сэм приехал из Америки. Сэм приехал из Америки? Да, Сэм приехал из Америки. Куда приехал Сэм? В Россию. Сэм приехал в Россию. Когда Сэм приехал в Россию? 1 неделю назад. 1 неделю назад Сэм приехал в Россию. Сэм приехал из Америки? Да, Сэм приехал из Америки. Куда приехал Сэм? Правильно, в Россию. Сэм приехал в Россию. Сейчас он живет в Москве. Где сейчас он живет? В Москве. Сейчас он живет в Москве. Сэм живет в Америке? Нет. Сэм жил в Америке, но сейчас он живет в России, в Москве. Сэм живет в Москве. Он говорит по-русски очень плохо, но он очень хочет выучить русский язык. Сэм говорит по-русски хорошо? Нет, Сэм говорит по-русски очень плохо. Сэм хочет выучить английский язык? Нет. Сэм хорошо говорит по-английски. Он хочет выучить русский язык. К сожалению, курсы русского языка в Москве очень дорогие. Курсы русского языка дорогие? Да, курсы русского языка дорогие. Где курсы русского языка дорогие? В Москве. В Москве курсы русского языка очень дорогие. У Сэма сейчас нет денег. У Сэма есть деньги? Нет, у Сэма нет денег. Все свои деньги он потратил на борщ и водку в русских барах. На что Сэм потратил деньги? На курсы русского языка? Нет, Сэм потратил деньги на водку и борщ. На водку и борщ. О, Сэм. Но Сэм очень сильно хочет выучить русский язык. Он решает найти работу, чтобы заработать деньги на курсы. Сэм хочет найти работу? Да, Сэм хочет найти работу. Сэм решает найти работу, чтобы заработать деньги. Сэму нужны деньги? Да, конечно, Сэму нужны деньги, чтобы пойти на курсы русского языка. Сэм умеет очень хорошо петь и играть на гитаре, и он идет в свой любимый русский бар, чтобы быть там певцом. Сэм хорошо играет на балалайке? Нет, Сэм хорошо играет на гитаре. Сэм играет на гитаре плохо? Нет. Сэм играет на гитаре хорошо. Куда идет Сэм? Сэм идет в свой любимый бар. Зачем Сэм идет в свой любимый бар? Чтобы быть там певцом, чтобы петь песни и получать деньги. Владелец бара соглашается взять его на работу. Сэм счастлив. Владелец бара взял Сэма на работу? Да, владелец бара взял Сэма на работу. Сэм счастлив? Да, Конечно, Сэм очень счастлив. Теперь он может пить водку каждый день и получать деньги. Okay, well done. This is the end of the first slow Russian story lesson. Was this lesson difficult or was it too easy? Please let me know it in the commentaries below this video. Also, you can put thumbs up here and subscribe to this channel, so I'll be able to make a lot of new video for you. Thank you. Спасибо большое. Пока-пока.